Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим на этот замечательный диск, вернее игру Grand Theft Auto 5 для игровой приставки PlayStation 4. Так как этот диск шел в комплекте с самой консолью, на нем написано не для продажи отдельно. В эту игрушку я поиграл на Xbox, теперь предстоит игра на PlayStation 4. Давайте посмотрим, что же там внутри находится. Это волшебные синие коробочки. А внутри коробочки находится игра, собственно говоря, диск полированный. Такой вот блестященький. Инструкция с онлайн доступом. Игра. Карта наступления. На чего наступление? Забыл, честно говоря. Какой это город? Сейчас мне это, видимо, карта поможет вспомнить. Новосантос. Вот такая вот замечательная, здоровенная карта, которую можно полюбоваться в свободное от игры время, если он что-то такое появится у вас. Это игра просто замечательная. Вот такая вот чудо-карта. Со всеми туристическими и не только окрестностями. Вау. Над землей, под землей. Тут же еще и карта метрополитена есть. Ну, ядрит Мадрид. В общем, очень круто. Так, давайте дальше будем вскрывать. Смотрите, что здесь написано. Получите 1 миллион долларов. Код напечатан на обратной стороне. Вау. Ну, для любознательных зрителей код мы показывать не будем. А то мало ли что. Но в комплекте идет эта замечательная штука, так что обязательно себе такую приобретите, если вы поклонник от этой. В общем, игра отличная, в комплекте идет с консолью и, в принципе, стоит бесплатно. Так, консоль стоит 2990, а игра в подарок. Покупайте через интернет не только, экономите денежки и получайте удовольствие. Спасибо за внимание, всего хорошего.